Блин, мышу не видно. Да что же это такое? Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Наталья, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. В комментариях меня спрашивали о том, как я ухаживаю за своими волосами. На самом деле ничего особенного, все это вошло в привычку уже, и методом проб и ошибок я что-то оставила в своем уходе, что-то убрала. Если вам понравятся такие ролики, я сделаю цикл видео об уходе за волосами и о том, что я считаю действительно полезным. Сегодня я хочу рассказать о такой процедуре. На мой взгляд, это мега супер полезная процедура, которая в принципе может заменить вам дерсонвализацию волосистой части кожи головы. Это процедура чесания волос. У меня с собой помощница моя. Вы знаете, можно на самом деле любимой вашей массажкой, любимой щеткой. У меня есть вот такая расческа, но она слишком мягкая, и мне она не нравится. Я ее подарила сыну, он у меня нежнятина, ему нравятся такие нежные штуки. Еще для чесания именно кожи головы я могу использовать вот такой массажер. По-моему, он называется варежка, и стоит он совсем недорого, в любой аптеке можно купить. Моя любимая щетка-помощница – это моя щетка из магазина Body Shop. В ассортименте Body Shop до сих пор, по-моему, есть вот такие щетки. На самом деле, это щетка укладочная, чтобы вот подкручивать при сушке, но я ее так не использую, мне она нравится, я ее не расчесываюсь. Мне нравится она именно для чесания. Она достаточно жесткая. Следите за тем, чтобы ваша щетка не имела зазубрин. При литье образуются такие стыки острые. Вот этими стыками вы будете рассекать себе волоски. Вам не нужна излишняя травматизация ваших волос, поэтому выбирайте щетку максимально гладкую, чтобы ничто не цепляло ваши волосы, ничто их не портило. Чем мне нравится щетка из Body Shop, это, кстати, не реклама, этой щетки у меня уже она... Ой, много лет, прям вот много лет. Здесь ручка у меня треснула, когда я стучала ею об батарею, чтобы соседи прекратили дискотеку над головой. А так она у меня вот какая была, такая и осталась. Она, видите, какая? Ее можно разобрать, всю помыть, почистить. Вот эта резиновая часть очень удобно снимается. Помыли, высушили, она сохнет очень быстро. Потом надели и все, все вставили, и щеточка у вас чистая и удобная. Мыть расчески нужно обязательно, и нужно их мыть достаточно часто. Даже не по мере загрязнения, а чем, знаете, здесь такие куски на расческе. Я, как правило, мою волосы и беру с собой и щетки свои, мыть расчески. Эта процедура действительно может принести вашим волосам много пользы, если подходить к этому систематически, если заниматься этим регулярно и если подходить к этому с умом, понимаете? Потому что если до безумия расчесывать свою кожу головы, можно дочесать до болячек, можно дочесать до рассеченных кончиков и так далее. Я не могу похвастаться очень уж большой густотой на концах, потому что из-за скачков гормональных выпадают волосы. Но я считаю, что для человека с гипотиреозом у меня волосы, в принципе, в неплохом состоянии. Они сейчас у меня очень-очень лохматые, пористые. Они, в принципе, у меня пористые по своей структуре, и пушистые, и кудрявящиеся. А сейчас дождь на улице, и у меня это все вот я не могу ничего с ними поделать. Я хорошенько подумала и пораскинула своими мозгами фармацевтическими и пришла к выводу, что у чесания волос может быть не только польза, есть минусы. Вот даже записала себе в тетрадочку, сейчас я вам вред чесания по пунктам расскажу. Но знаете, если вот так вот на чашу весов плюсы и минусы, то однозначно плюсы перевесят минусы. Но давайте все-таки о негативном воздействии массажки и расчески на кожу головы и волос мы все-таки поговорим, озвучим это. Во-первых, людям с повышенным давлением я бы не рекомендовала очень уж такое частое, интенсивное расчесывание волос. С осторожностью, как бы, и
Наверное, все-таки не стоит опускать голову ниже, чем сердце. Второе, и это такое частое, распространенное мнение, некоторые вообще отказываются от чесания волос из-за того, что чесание рассекает волосы. Волосы секутся, слоятся, особенно у кого сухие концы. И это действительно так, это правда. Волосы расслаиваются от постоянных чесаний. Как это предотвратить? Мы расчесываем волосы не по всей длине, а вот, например, на 10 чесаний вот таких вот хороших, интенсивных расчесываний кожи головы мы делаем полное расчесывание на всю длину. Для чего мы это делаем? Для распределения кожного сала по всей длине волос. Для чего? Потому что это необходимо, это нужно, это полезно, это дополнительный такой, знаете, дополнительная маска, питательная нашим волосам. Особенно если у вас сухие, пористые волосы, вам по длине волос не повредит разнести ваше кожное сало, если у вас сухие кончики. Ну и третий минус в чесании волос утренним, вечерним, если вы это делаете регулярно, если это вы делаете каждый день и два раза в день, или там три раза в день, смотрите по вашим ощущениям, на самом деле это, ну, хотя бы раз в день, такой вот массаж, он будет очень-очень полезен. Я, наверное, говорю какие-то банальные вещи, но знаете, все на самом деле гениально, все просто. Не обязательно там делать какие-то супер-мега перечные маски для кожи головы. Не обязательно втирать в свою кожу. И знаете, очень популярная есть маска из горчицы. Вы можете эти маски, которые улучшают кровообращение волосистой части головы, вы можете заменить элементарным чесанием, элементарным расчесыванием волос. Но если вам это по какой-то причине не подходит, то, конечно, выбирайте тогда перцовую настойку, и будет вам счастье. В принципе, эффект, ну, тот же, да не тот же. Все-таки, вот смотрите, третий пункт – это повышенное салоотделение. При постоянном воздействии на кожу головы расческой массажной, либо другой, гребнем каким-то, мы активизируем сальные железы. Это действительно так. Кожное сало выделяется очень быстро. Ваши волосы салятся, засаливаются и жирнятся гораздо быстрее. И мыть вам их придется гораздо чаще. Но в этом есть и плюс, потому что повышенное салоотделение растворяет и удаляет засохшие комедоны. Знаете, засохшее кожное сало, вот эти сальные пробки просто вылетают у вас от чесания. Все-таки я считаю, что польза от чесания волос, она перевешивает какие-то минусы. Если вы не страдаете повышенным артериальным давлением, то попробуйте, просто попробуйте в течение пары недель, ну это, конечно, мало, месяц, попробуйте хотя бы один раз в день на ночь расчесывать волосы там в течение, я не знаю, 5 минут. Но понимаете, расчесывать волосы — это не вот так, не вот так, не так, а именно кожу головы. Не пугайтесь, у меня волосы не крашены. Мне нужно покрасить волосы как можно скорее. В скором времени я это сделаю. Просто все некогда на некогда со стройкой. То проводы. У меня парень уехал. Все-таки парад состоится на Красной площади. Парад — это, конечно, то, что нам нужно. Ну а теперь поговорим о приятном, все-таки о пользе от расчесывания волос по пунктам. Самый первый пункт — это, конечно же, улучшение кровообращения. Кровь настолько хорошо приливает к коже головы, что, понимаете, несется и кислород, и строительный материал для волос, и витамины, и минералы. Это очень-очень полезно на самом деле, если у вас нет противопоказаний. Таким образом, волосы растут в два, а в некоторых случаях, когда, знаете, действительно нарушено кровообращение волосистой части головы, волосы начинают расти в 3 раза быстрее. У меня, когда я начала этим заниматься, я была так удивлена, я не могла понять, что именно произошло, почему у меня так быстро отрастают корни. Я просто небольшой любитель ходить с хной,
домой по 6 часов. Поэтому думаю, да черт возьми, что происходит. Ну, конечно, мне хочется длинные волосы, но они, знаете, у меня и выпадают. Да, концы мне надо уже обрезать. Но вы хотя бы месяц должны почесать. Во-первых, это все терпение, конечно же. Это должен быть как ежедневный ритуал. Как вот вы смываете макияж, наносите косметику на лицо, ухаживающую ваши питательные там кремы, маски и так далее. Точно так же и чесание волос. Оно должно войти вам в привычку. Третий пункт. И вы знаете, этот пункт очень важный. Он на самом деле очень важный. Этот пункт вам не заменит ни одна маска, которая улучшает кровообращение волосистой части головы. Ни одна горчичная маска, ни одна перцовая настойка. При механическом воздействии расческой вы производите отшелушивание, вы производите скрабирование кожи головы. При этом происходит более быстрое обновление клеток кожи. А потом вы можете таким образом избавиться даже от перхоти. Вы можете побороть свою сиборею таким образом. Если у вас, конечно, прям вот такая сильная сиборея, очень сильная, интенсивная, тогда лучше, конечно, не расчесывать. Либо там псориаз. Часто мы моем волосы шампунями с силиконом. Я вообще очень, я большой противник именно шампуней с силиконами. Я люблю маски, я люблю средства для кончиков волос, содержащие силиконы, но шампунь не должен содержать силиконы, если только у вас не супер-мега сухая кожа головы. Для нормальной и для жирной кожи лучше все-таки выбирать шампуни без силиконов. Я не говорю бессульфатные, я говорю именно не содержащие силиконы. Потому что очень часто эти силиконы при взаимодействии с жесткой водой, содержащей разные примеси, они выпадают как в осадок, они образуют такую липкую субстанцию, которая вот пленкой покрывает нам кожу головы, и таким образом кожа, ну вот это дурацкое выражение, кожа не дышит, это неправильно, ну можно и так сказать, она не то чтобы не дышит кислородом, эта пленка препятствует, она препятствует естественной выработке сального секрета. И таким образом поры забиваются и образуются и прыщи, и воспаления, и сиборея провоцируется и так далее. При чесании волос мы способствуем вот удалению. Представьте, как часто мы расчесываем волосы, мы удаляем эту налипшую пленку. Вот вы часто можете видеть жир на своей расческе. И это может быть не только жир, но еще и силиконы, содержащиеся в шампунях. Поэтому обращайте внимание на состав, где в шампунях, ну это скорее всего будет в следующем видео. Третье, это именно механически мы отшелушиваем кожу головы, таким образом мы избавляемся от перхоти, от излишнего сала. Мы провоцируем вот эти повышенные салоотделения, мы улучшаем ситуацию с кожей головы в целом, понимаете? Возможно, постепенно ваше салоотделение придет в норму, но поначалу действительно кожа начинает салиться очень сильно от интенсивного массажа. Давайте подведем итоги. Из минусов. Высокое давление, рассечение волос и повышенное салоотделение, более частое мытье. Вот это минусы. Ну, если ко всему подходить разумно, то эти минусы можно свести к минимуму. Из плюсов это усиление роста волос, усиление питания кожи головы. Иногда таким образом можно избавиться даже от мигрени, улучшая вот кровообращение. Механическое отшелушивание. Таким образом у вас кожа головы будет чище. Очень полезно делать хорошее интенсивное расчесывание за полчаса до мытья волос, потому что у вас выйдет все лишнее сало, у вас все отшелушится, вы как следует помассажируете, и потом вы хорошенько и смоете это все. У вас шампунь, либо какие-то маски, питательные вещества, которые вот в масках содержатся, если вы вдруг делаете перед мытьем масочки, то таким образом эти маски у вас просто лучше усвоятся, если вы расчесываете волосы
перед мытьем. И теперь конкретно о чесании. Я расчесываю 100 раз. Ну, 100 раз это у меня обязательно, а потом уже сколько хватит у меня терпения. Я уже сказала, иногда я беру вот такой массажер варежка. Не вот так гладить, как кошечка лапочками, нет. Гладить не нужно. Нужно делать действительно интенсивный, очень хороший, крепкий массаж. То же самое и со щеткой. Вы сначала переворачиваете волосы сзаду наперед и расчесываете 100 раз вперед. Чем ниже вы ее опустите, тем лучше у вас кровь прильет к волосяным луковицам. И таким образом вы сначала сзаду наперед расчесываете, ну, раз 180 вот раз можно. И потом, когда вы назад, вы уже в разных направлениях. И так, то есть вы не просто чешете, вы прям вот с нажимом проводите по коже, чтобы вам вот эти вот, чтобы зубчики вам все-таки немножечко массажировали, царапали кожу головы. И потом на несколько чесаний, на несколько прям, на 10 чесаний коротких, вот таких вот коротких расчесываний, вы производите одно длинное для того, чтобы распределить кожное сало по всей длине ваших волос. Мальчикам чесание волос очень хорошо может помочь в борьбе с перхотью. И это действительно так. Я это беру не из потолка, не из интернета, не откуда-то. Я это беру из своего собственного опыта, многолетнего опыта. И в детстве, кстати, ненавидела расчесываться, криком кричала, волосы путались и не чесала. А когда стала взрослой, стала уже к этому подходить. Вот, казалось бы, да, такая элементарная вещь, простая, как расчесывание волос, а вы через год вы можете заметить очень-очень явный результат. А если вы еще присоедините к расчесыванию волос какие-нибудь витаминчики полезные, с цинком, с железом, вообще будет здорово. У меня на сегодня все. Я благодарю вас за просмотр. Если вы досмотрели видео до конца, то вы просто герой мой. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо вам за поддержку, за комментарии, за то, что подписываетесь на мой канал. Я очень этому рада. Оставайтесь со мной, задавайте какие-то вопросы, пишите какие-то предложения. Я контактная, я отвечаю на комментарии. И иногда даже снимаю ролики о том, что мне советуют. Я почему решила снимать об этом видео? Потому что у меня спросили, как я ухаживаю за волосами. И знаете, это, наверное, чесание, дерсенвализация, улучшение кровообращения волосистой части головы. Это должно быть основой вашего ухода. Прежде чем вы идете мыть волосы, вы хорошенько их расчесываете и прочесываете у корней, понимаете, у корней. Не чешите всю длину, не рвите вы себе длину волос. Делайте короткие, короткие расчесывания, короткие, понимаете. Все, я, наверное, вам рассказала уже на сегодня все. Все, я вас всех целую, обнимаю, а то я сейчас еще на 2 часа наболтаю. Всем пока!